Меня зовут Валерий. Приехали мы из Бучи. 20 дней там были под бомбежкой. Не выехать, не выйти никуда. Вертолеты, особенно страшно вот эти вот. Вот этот гул страшно, аж все трусится, блин. Я уже положил на пол Лесю. Сам собой накрыл ее, блин, она что делать оставалось? Думаю, хоть у меня-то такое, ну ее за что, думаю. Закрыл, и вот это губ, все трусится, хата трусится. Сейчас я скажу сколько, ну где-то 6, вот считайте, мы где-то с 9:30 до часов 6 вечера ехали, вот это все. А я же, супруги же тоже, попробуй высиди. Угу. Левая сторона не работает, и тяжело ей ехать. Именно нас везли, они, вот куда мы приехали, я не помню, то ли 20 километров от границы. Койки стоят, ну, там уже не стреляло, знаете, уже немножко. Мы же даже ночью, первую ночь, супруга мне говорит, что-то так тихо, помнишь, ты говоришь? Так тихо, аж непривычно почему-то. Надежда умирает последней, надеяться нужно самое лучшее, понимаете, на лучшее.